Привет, друзья! Зима уже пришла. Я в походе на горах. Здесь граница между Германией и Чехией. Сегодня буду ночевать здесь, в руинах этого старого дома. Целую ночь шел снег, уже холодно. Я надеюсь, что в домике будет у печки тепло. Здесь никого. Окна уже готовы. В комнате уже нет ветер. Готовим обед. Приходила одна знакомая за мной в гости и принесла мне конфеты из Украины. Доброе утро, друзья! Я уже на дороге из гор вниз к реке. Сегодня передо мной 15 километров. Лесом. Здесь тихо, никого. Это мой релакс. Вчера я думал, что слышал волка, но стопы, которые я видел, были собачьи. И звук, который я слышал, был паровой поезд. Это было как волк в лесе. Прихожу к реке под горами. Потом уже возле реки пойду домой. Сегодня через ночь был мороз. Я немного спал. Сегодня красивый день, солнце. Птицы поют. Красота. Ну а уже под горами. Горы отсюда не видно, они там сзаду, за холмами. На вершине гор было 10 сантиметров снега. И здесь ничего, зеленая трава, тепло. Здесь уже река. Здесь кончится Рудные горы и начинаются Берлоговые горы. Там Карловы Вары. Здесь хорошее место. Тоже здесь рад ночевую. Пойду далее.